Друзья, добрый день! Сегодня еду на рыбалку. Решил снова на Свиягу через село Карлинское. Писать надоело. Вот сделаю небольшой короткий ролик сегодня. Не знаю, как получится. Посмотрим. Это экспромт. Вот дорога на Чебоксары. Дальше через Карлинское. Едем по трассе на Чебоксары. Вот сейчас здесь село Карлинское. Сворачиваем. Вот еще одна машина сворачивает. Наверное, не на рыбалку, конечно. Вот село Карлинское, сворачиваем. Даже две машины сворачивают. Ничего себе. Вот, сворачиваем на Карлинское. Вот такая. Дальше едем к реке Свияга. Надо же. Подъезжаю к переезду перед селом Карлинское. Красный свет. Ну, наверное, сегодня рыбы клевать не будет. Что-то я редко попадаю на красный свет. Стоим, ждем. Проезжаю через село Карлинское, мимо церкви. Приятные воспоминания об этой церкви. В детстве мы постоянно лазили по ней. Вот православная церковь. Она старая очень. Еду дальше к реке Свияга. Ну что, вот я и у реки Свияга. Она река Свияга. Ставим машину. Вот она Свияга, любимая Свияга, на которую я хожу уже 7 лет примерно. Вот спускаться сейчас будем. Ни одного рыбака, ни одного. Нет, сидят двое слева. Вот вышел на лед, сидят двое рыболов местных, или окушка там ловит у берега. А нам идти дальше, вот в сторону поселка Дачное. Это где-то около километра, чуть больше километра, 200 км. Вот по снегу идти хорошо. Ну вот вчерашним лункам иду, дорожка хорошая. Иду пока по натоптанной тропинке, идти хорошо. Сзади санки. Вдоль берега пока пойду. Хожу к своим лункам. Следы лисицы. Свежие следы лисицы. Ну, птичьи тоже. Вот. А рыбы нет. Наверное, вчера вечером утащили. Вот здесь рыба лежала. Вот она, рыба лежала здесь. Вот. Рыбы нет здесь. Вот, лунки вчера снегом закрыл, чтобы они не замерзли. Сейчас не буду бурить, а открою лунки. Ну все, давайте пока. Копал лунки. Видите, снег убрал, лунки не замерзли. Ночью было 12 градусов. Вот. Вот так. Снегом припорошил. Где тут лунка? Вот так. Лунку не найдешь. Где она? Ладно, давайте. Вот. Вот так. Свежий след. Лисица приходила она сегодня. Приходила. Вот, ходила. Свежие утренние следы. Значит, и рыбку съела. Ну и хорошо. Вот она. Вот пробую поймать. Ловлю на гвозди шарик. Покань. Вот проводки 4-5 провел уже, ни одной поклевки. Может быть, чуть попозже будет клевать, но пока сейчас что-то не клюет. Даже признаков нет, ни потычек. И мелочевки нет. Будем ждать. Вот сменил. Я решил сменить гвозди шарик на мормышку. Попробовать, что клюет или не клюет. Одного уже поймал, но маленького. Сейчас покажу. Первого поймал. Вон он там лежит. Но это совсем маленький. Такой. Поклевка сразу была. Но это маленький. Мотыля. Ну что-то нет. Что-то сегодня окунь.
с утра не радует. Это вообще на мотылька. Вот такой. Ну что? Что-то его много здесь. Наверное, лисицам оставлю. Ну что, куда его? Пришел песик. Товарища. Детство. Ловим. Пока одна мелочь. На мормышку. Короче, сегодня что-то плохо здесь окунь клюет. Время уж 1:30. Вот сколько поймал. Ну, штук 5-6 отпустил вот таких же мелких. Но эти просто вот ловил и на что? На все. И на гвоздишарик, и на мормышку с мотылем, и на блесну. Вот все, весь улов. Ну вот еще парочку для живца товарищу, другу поймал. Вот такие дела. Сейчас пойду на сорожку. Он там уже 2 штуки поймал. Пойду туда. Вот пришел к Володе. Вот в палатке ловит. Вот. Здесь вот. Тоже 2 луночки пробурил. Он тут Ташкент устроил. Сожги меня нахуй. Ташкент устроил. Че у тебя тут? Где сорожка? Вон она, сорожка. 2 штучки. Вот он. Поклевки, говорит, есть уже. Все. Все, рыбалку закончил. Время 3 часа. Иду назад. Вот целый километр мне туда до Карлинска идти. Проваливаться начал я. Под снегом вода. Проваливаться все. Сейчас где-то, наверное, -1. Вот. А идти километр. Вот такие дела. В общем, плохая рыбалка. Отчета никакого. Мелкий окунь. Ну, тут вот сидел у палатки. Что-то клюнуло. В лунке сошло. В общем, все хреново. Пока. До встречи на рыбалке. Плохая рыбалка. Дошел до берега у села Карлинское. Вот рыбачат 2 местных рыболовов. Вот Ильдар. Еще 1 рыболов. Но я отсюда сзади не вижу. Пойду поинтересуюсь, что они ловили. Все, надоело такая рыбалка. Вот шел, снег плохой. Сейчас где-то -1, 0 градусов. Снег проваливается. Устал идти. Минут 15-20 шел вот километр этого пути. Вот такие, в общем, дела. Рыбалка сегодня не удалась. Но отдохнул, подышал свежим воздухом. Это хорошо. Это все для пользы, для здоровья. Всем пока!